Итак, друзья, мы вам представляем еще комплект постельного белья. Ну что ж, приоткроем завесу тайны. Белье сделано из 100% хлопка с прочнейшим плетением Биас. И, внимание, с эксклюзивным принтом. Дизайнерская разработка от телеканала Shop & Show. Такой роскошной кровати, утопающей в маках, не будет больше ни у кого. Вы будете просыпаться и засыпать в роскошном маковом саду. Кстати, мак является еще и символом гармонии, роскоши, романтики. Так что, может быть, если кто-то не хочет спать на белье, просто прилягте, и романтика обеспечена. Итак, друзья, посмотрите на это потрясающее белье. Кстати, вы первые, кто видит его на своих экранах. Где же вы такое видели? Мало того, что у нас распродажа, так в распродаже у нас не остатки, друзья, а новая коллекция. Вы представляете себе, такого действительно просто не видно нигде. У нас это есть. Вы первые, кто видит это белье на своих экранах, друзья, это тайна. Не рассказывайте ее никому. А я расскажу, ну, Лёль, не хочу никаких тайн. Я буду раскрывать для наших телезрителей, конечно, все тайны. Все должны знать, что белье это роскошное, действительно эксклюзивная дизайнерская разработка. Для вас это ограниченная партия. На пробу мы ее сделали, понравится вам или нет. Ну, думаю, понравится. Роскошные маки, конечно, еще и с эффектом 3D и с эффектом золотого свечения. Так интересно сделан здесь принт. Каждый, смотри, каждая деталька, Оль, обрамлена желтенькой ниткой. Эффект, что и они объемные цветы, и еще немножко таким золотым отцветом. Очень красиво будет смотреться. И обратила внимание, все это великолепие на 100% хлопке. Слушай, я поражена на самом деле тому, что это бязь. Друзья, вы знаете, вот я слушаю Юлю, и эфир за эфиром я начинаю тоже разбираться в тканях. Но скажу честно, сейчас я ошиблась, потому что как только я прикоснулась к этому белью, я думала, это как минимум поплин. Нежной стала бязь сегодня, известная аж 16 века в России. Сегодня она переживает второе рождение. Биас стала мягкой, нежной, но при этом не потеряла именно своих свойств износостойкости и долговечности. Вот что и хорошо. Биас вообще считается одной из самых популярных тканей в линейке, вот тканей для постельного белья, потому что износостойкая. И мы не хотим, чтобы белье истерлось быстро. Краски, чтобы потеряло, тоже не хотим. Тем более такое красивое, да? А если еще тем более в подарок его подарили. Конечно, нам хочется роскошный подарок преподнести нашим любимым. Ну и себе, конечно, обязательно тоже. Биас обеспечивает именно вот эти качества. Сочетание нежности и сочетание прочности. Вот что хорошо. Ну и самое главное, друзья, это польза. Ведь действительно от постельного белья можно получать пользу. Юль, вот расскажи нашим новым телезрителям, какая польза от бязи? Бязь плетется особым способом. Хлопок крутится, крученая ниточка сплетается крестообразно. И таким образом мы получаем легкий массажный эффект. Мы не замечаем. То есть нам мягко и нежно, а наша кожа, она замечает, что немножечко массируется. Микропоры раскрывается, белье, конечно, само по себе дышит и дает дыхание нашему телу, потому что хлопок 100%, это, конечно, король летних тканей. По воздухопроницаемости нет ему равных. Итак, слушай, мне стало интересно, я захотела прямо разглядеть вот эту ниточку, которую ты говоришь. Итак, давайте посмотрим, вот действительно, как плетется бязь. Ты говоришь, крестообразно, да? Да, это полотняное плетение, крестообразное, волокна хлопка сильно перекручены между собой. Сегодня бязь пережила второе рождение, и действительно, она стала гораздо мягче, ее не нужно даже специально выстирывать перед тем, как постелить. Вот мы с вами видим еще и воздушные коридорчики между этими крестиками. Вот что дает дыхание хлопку. Ну и плюс сам по себе, конечно, натуральная нить. И посмотрите, как хорошо на лупе мы сейчас видим с вами роскошные границы у рисунка. Посмотрите, все качественно прокрашено. Вот это тоже важно, чтобы рисунок сохранял свои границы, сохранял свою сочность после огромного числа стирок. Оля, а современный бязь рассказать, сколько выдерживает стирок? Давай. 400 и более стирок без потери цвета даже на полутон. То есть, друзья, это белье получается на года, которое можно передавать чуть ли не по наследству. Представляете себе, вы на нем спите, ваши дети будут на нем спать. К слову о детях. Можно бязь детям? Не просто можно, а нужно. Хлопок дышащий, абсолютно гипоаллергенный. То есть, если вы страдаете аллергией или вы заботитесь о своих малышах, стелите, пожалуйста, такую постель. Всем это полезное белье. Белье для здорового, хорошего, восстанавливающего сна. Итак, друзья, давайте, кстати, вот, да, я тоже заметила, Юль, какой огромный карман, просто на пол подушки. Большой, больше, чем по ГОСТу. По ГОСТу 20 сантиметров, здесь почти 35. То есть здесь огромный карман, подушка никуда не убежит. Белье элитное, дизайнерское, поэтому, да, здесь даже такая деталь предусмотрена. Слушайте, элитное белье, но цена насколько доступна? А я уже вооружилась утюгом, чтобы доказать вам прямо в прямом эфире, кстати, смотрите, работает, что здесь действительно 100% хлопок. Так, гладить, кстати,
стирать и практически не нужно белье. Если не пересушите в машинке, то заломов сильных бязь снова не дает. Ты не забыла про утюг-то? Нет, я не забыла про утюг, и я уверена, что не испортится наше белье. Если бы здесь была синтетика, хотя бы 1%, все бы прилипло. Ну, знаем, когда кофточки гладим свои синтетики, что происходит, беда иногда. Здесь, посмотрите, принт остался на месте, в своих ровных границах, четких отразился в прозрачной подошве утюга. Это значит, что здесь нет ни капли синтетики, это значит, белье дышит. Оно гипоаллергенное, оно для здоровья, и оно долговечное. Это самое главное. Юля, у нас в студии так жарко, что у меня сразу созрел вопрос. Вот летом сейчас в Москве, кстати, очень жарко стало, это друзья. Точно. Не жарко ли будет на этой ткани? Абсолютно не жарко, потому что хлопок это природный терморегулятор. То есть подстраивается под температуру тела. Многие ткани натуральные обладают именно этим свойством. Хлопок этим ценится. То есть дышит тело вместе с бельем. Вам не жарко будет до самого утра. Комфортный сон обеспечен. А еще, конечно, такая красота, ну не может не быть у вас в спальне. Позвольте себе королевскую кровать. И, конечно, пусть ваши гости вам позавидуют, где вы приобрели такое белье. Кстати, придете в гости, вы нигде такого подобного не встретите. Это эксклюзив. Ограниченная партия, это эксклюзив от телеканала Shop & Show. Роскошные майки мы вам дарим, только самое лучшее. Пусть ваша спальня будет самая красивая и самая комфортная. Итак, друзья, если кто-то из вас, включив телевизор, увидел цену и удивился ей, я вас понимаю, но я вам объясню, почему у нас такие цены. Мы работаем напрямую от производителя, а производство у нас российское. Именно поэтому вы получаете эксклюзивное белье с эксклюзивными принтами по самой низкой цене. Но будьте внимательны, цена такая действует только сегодня. Уже в конце сегодняшнего дня она поменяется. Успейте прямо сейчас.